Доброго времени суток, дорогой зритель. И вот, как всегда, с тобой я и мой друг Беликор. Мы Беликор здесь. Могу уже перестать смеяться. В смысле? Здесь игра уже. У нас новая игра. Мы вот тестируем, вот берем, так сказать, на тест посмотреть. Значит, игра называется Enshrouded. Это в переводе «окутанный». Значит, то есть окутанные тайной, окутанные, не знаю, дымом. В общем, очень интересное слово, которое в простой жизни я крайне редко применяю. Значит, как мы видим, чуть-чуть русский язык есть по поводу озвучек. Если здесь есть озвучки, я не знаю, не в курсе, то я думаю, вряд ли. Но она многопользовательская, сетевая. Собственно, за это мы и цепляемся. И... Ну что, мы тыкаем играть, да? Все, погнали? Погнали? Я да, ничего не упустил. Да, да. Да. В общем... Я создал уже персонажа, получил кучу удовольствия от этого. Ага. Значит, смотрите, я нажимаю начать, и тут, значит, смотрите, персонаж. Вы знаете, я ненавижу создавать персонажей, но при этом смотрите, что мы видим прямо сходу. Что мы с вами видим? Мы видим с вами последствия третьей волны феминизма. Если а кто не понял. Опуститься нет, может нет, вниз нет, и больше. Нет, нет, нет. Равноправие – это когда у вас персонаж женский, рядом мужской. Если вы хотите цвет кожи и прически, да, менять, то вы через один делаете. Мужчина, женщина, неважно в каком порядке первый мужчина или женщина, но... Не так, как вы. Вы просто вот взяли и вот здесь выпечили свой феминизм. Посмотрите, что они делают. То есть, да, дальше у нас появляются аватары мужчин. Да... Не знаю, там, у меня с именем вышли проблемы, я не смог набрать имя. И с именем? Да, имени. Там последняя вкладка, или так, там иконочка, надо введеть имя персонажа. Так, ну я не знаю. Я бородатый, вот, поэтому тут бородатый один, да, такой, бородки там всякие. А, о, какой, не, ну какой-то сильно старикан, да? Я сильно молодой. Это французиш, блин. Спаниш, итальяниш. Так, а вот ты чё? Нормально, дядька средних лет, поедем. Следующее. Чё у тебя с волос... Как я ненавижу это всё делать. Я под создание персонажа вот тут. Ну... Прикольно будет, если у нас одинаковый персонаж получится. Я специально создавал. За дело, что ты такого же создашь. В смысле? Ну вот такой вот тебе этот. Как сказать? Ну так еще, ничего. О, цвет волос. Так, а ну. Че, борода какая-то странного цвета. А, ну дальше. Ну, можно сказать, не киберпанк, там нельзя вот этот. Размеры всякие. Ты вот подожди, давай не надо, давай вот без этого, давай подожди. Ты думаешь, там будет? Я посмотрел, там нет его. Борода. О! Вот это нормально. Вот это борода. Ну вот это я понимаю. О, мужик, все, а то. Твою мать, голос? А ты говоришь, не будешь. Не тихо, будет говорить. Тихо, я голос хочу понять. Верхняя строка женская, нижняя, вторая строка мужской. Ну и феминизм он и здесь, как видите, да? Да ладно, дайте где-то быть впереди. Хотя бы в игре. Имя. Ну, я имя написал по-английски, все без проблем.
Да, у меня не пишется. Ну, Alt-Shift нажми и там, или Ctrl-Shift, что у тебя? Там, я и так Windows нажимал, пробел. Ну, на английский язык перейди и все. Я просто не в курсе, что там в 11-й винде у тебя. Нет. Я создал персонаж. Я посадил дерево. Ну все, теперь нажимаешь играть. Так. И выбираешь ведущий. Начните приватную игру, сохрани локально. Все, публичную игру, сохрани... Ага, ну да. Ведущий. Так, а выберите статус игры. Подожди. А как это все? А мне друзья надо. Е, выберите. А почему? Хорошо, если создать мой мир. Один изменить. Ага, капслог был. Мне кажется, такие игры надо начинать в этом. Так. Изменить готово. Со стримом, чтобы все можно было видеть, все смеялись. Не-не-не, я просто не понял, почему статус игры все, что такое все. Ну, здесь все видят, я вот посмотрел список. Можно все какой-нибудь. Лаксон, Варус, Войер, Сельсара. Вечеринка, 2 из 8. Вечеринка один из трех. Ну, перевод, конечно, у них. Ну, слушай, я... Ладно, я сделал тогда максимальное количество игроков 2. А почему 3? А вдруг наш этот Миша придет, дружище, на вечеринку? Я думаю, сегодня он не придет, а потом, если что, можно будет просто добавить. А если нет? Давай я 4, не так. Хочу, чтобы в процессе случайно у нас кто-нибудь случайно нарисовался, как это было в Санкенленде, и начал руинить что-нибудь, понимаешь? И вот... Это же весело, это всегда весело. Это не весело. Это не весело. Люди очень сильно по-разному подходят к своей игре. Те, кто что-то строил, куда-то там душу вкладывал, а потом приходит неизвестный ноунейм и такой не знает, что делать, просто берет и специально ломает все, что было построено заранее, для некоторых людей, особенно творческих, это может довести до суицида. А мы против всякого рода насилия. Поэтому не надо такой херней заниматься. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Просто увлекаешься. Может, ты там знаешь, вот, взял... Привязал кисточку к какому-нибудь интересному месту и рисуешь картины, понимаешь? А ум продаешь, как вот за десятки тысяч евро, да? Художник импрессионизм. Хорош палить мои это, источники дохода. Все а, же то будут так рисовать. То ты не делал, теперь уже делаешь, понимаешь? Я так, пытался ладно. Отнекиваться до последнего. Я понял, не удалось. Не удалось. Короче, вот, поменять. Ладно, типа, играть, да? Пароль сессии. Присоединиться может каждый. Слушай, ну если хотя бы вот здесь есть пароль. Нет, можно, конечно, убрать пароль, и это будет вообще жесть. Вот, но учитывая, что под запись как бы толку. Мне делать какой-то пароль, потом каким-то образом тайно высылать тебе его. Ну, напиши der пароль. Или 1, 2, 3, 4. Пароль. Классно! Пароль даже звездочками не закрывается. Я хлопаю! Вы, товарищи разработчики, вы вообще не в курсе, да? Что такое B-безопасность? У вас, наверное, и SSH без пароля, да, на серверах?
А вы, наверное, даже не знаете, что это такое. Короче, брать пароль. Пароль — это прошлый век. Надо доверять друг другу. Да-да-да. Да, ты Келнету об этом расскажи. Они с тобой согласятся. Короче, ладно, пароль сессии нет, потому что, ну, тупо смысла. Все, поехали, давайте смотрим, будет катсцена или нет. Укутанный, окутанный. Ага. Так, что-то двигается. Кто-то вылазит. Он показался. Так, слушай, ну я появился. Ух ты, нифига, сенса какая-то. Я... Ты сказал появился, у меня появилась твоя. Что появилось мое? Твоя сессия. У меня дядька, который умеет бегать. Ой, прыгает, прыгает. Смотри, что делает. Прыгает, бегает. Ладно, это все прикольно. Здесь очень все красиво, замечательно. Че, дядя, давай, паркур. Паркур. Он только появился, сразу паркур. Оба, оба. Оба. Ямакаси. Он напоминает этого из Лунтика. Я родился. Для детей. И ты думал, что мы выберем одинаковых персонажей? Да. Вы поняли, да? Да мы одинаковых возьмем. Одинаковые стоят, вот просто максимально одинаковые, да? Седой китаец. И нормальный, ладно, мускулинный европеец. Ладно, что, погнали, там вон, видишь, что-то светится. Ой, как светится. Ой, а давай FPS-ы посмотрим-то. То мало ли не тянет. Да ладно, 65! 65 на 40-90! Ну, хорошо, что есть. Да ну нафиг! Да ты гонишь! У меня аж винти... 402 ватта! У меня сейчас до речи просто сейчас вот-вот. То есть вы что, серьезно, ФСР надо включать? Да-да. Поговорить с пламенем, иди поговорить с пламенем. Подожди. Я все понимаю, но... Какая нафиг вертикальная синхронизация, 69 кадров? Какое ФСР качество? Охренеть. И сколько, вы думаете, стало? 105? Вы шутите? ФСР. Блин, ну качество персонажа стало заметно хуже. Давайте поговорим с пламенем. Отдых. Комфорт уровень 1, тепло в убежище. Здравствуй, пламя. Я хочу на Е поговорить с тобой. Пробудись, отпрыск пламени. Земля была поглотила пелена. Пламя взывает к тебе. Найди свое место в этом разрушенном мире и возведи алтарь пламени, чтобы укрыться от тьмы. Ну, мы что-то знаем больше. Алтарь пламени разблокирован. Претендуй на место для своей базы. Понял? Претендуй. Ребят, ну серьезно, ну блин, 100 кадров, 101 ФП. Чтоб вы понимали, степень загрузки ГП на 100%. То есть эта штука грузит жестче, чем Киберпанк 2077. На улицу вышел, минус 3 ФПС. Да вы что, гоните? Не, ну красиво, не, базару нет, симпатично. Ну, хотя бы материалы более-менее проработаны. О, книга. Прям взял и прочитал. Да? Чё? Кого? Куда? Чё? Ладно. Ничего не понятно. Не, ну она реально тормозит. Ну. Слушай, я не знаю. У тебя сколько FPS? Я не вижу. Альтер нажми. Меня не показывает. В смысле не показывает? У тебя нету NVIDIA GeForce Experience? Ну, она где-то там ну, на работе. Alt-R нажми. Еще раз говорю, я нажимаю, у меня не появляется. Очень странно. Я без этой штуки никак. Ну, Alt-Z нажми. Что значит на рабочем столе, знаешь.
Тоже не появляется ничего. Давай, у нас отдых проходит. А куда бежать-то надо? Как-то вниз попасть. Претендуй. Вен, претендуй. Вон, видишь, вон точка внизу. А ну, нужно претендовать. В Вангую упадешь. Давай вот сюда иди. Иди сюда, сюда, сюда иди. Ты нашел дырдочку? Тут не дырочка, тут широкая равнина. А. О, смотри, можно посидеть. Круто. Подожди. Искать. Тебя ждет огромный мир, полный тайн, опасный на М, чтобы открыть карту. No, thank you very much. О, факел можно найти. Слушай, я не согласен вот с тем, что... О, ты с факелом, да? Круто. Почему слушай, один? Тут... Три, три! Три, три! Жопу пода три! Тут еще один факел есть, иди убери. Это хорошо, когда есть. Обыскать. Тихо. Атаковать. Ее держать, бросить. О, так он еще может и заканчиваться, да? Не знаю. Возможно. Кто а чем мы все? Ну да, давай разделимся, че. Пойду туда. Голый мужик. Голый мужик. Бегает тут. О, я нашел. Иди, открывай. Потому что я просто одевал. Я не знаю, я тут что-то обыскиваю. Вот ты обыскиваешь что-то? Я тоже. Используйте инструмент преобразования ландшафта или взрывчатку, чтобы расчистить себе путь через обломки. Сферы. Тихо. Номер два. Отойди. Ты взломал игру? Да. А как ты туда запрыгнул? Я вот прыгаю как дурак, и я не могу запрыгнуть. Я факел ударил. Это написано же. Пользуйтесь инструмент. Я использовал. Слушай, ну я, честно говоря, тоже пролез. Это забавно, конечно. Бума! Такой ткнул. А у меня вопрос. Если я вот возьму... Вот, о, есть кнопка. Взять все. У тебя пустой стоит, да? Тихо. Да, пустой, пустой. Ага, тогда подожди, а инвентарь? Давай смотреть, вот это что? 13 урон. Так, и все, мы, похоже, застряли. Чё? Так, подожди. А, я понял. Вот так. Застряли, говоришь? А вот так? Оу. Лучше? Не кидай, я перепрыгну. Оп. Мне просто интересно, насколько тут сильно можно все поразрушать. Я мощный, мужик, мощный, мощный. Ха. Читай книгу. Новый лор. Ой, я тут пробил себе путь еще альтернативный. Не уверен, что так надо, но пробил. А ты где? А, ты ж меня там звал подойти. Мне еще надо подойти, да? А я уже все открыл, там ничего не было. Факел еще один. Ой, а. Тут смотри, скорее всего, какая-то штука есть, надо ее наверное, добывать. Если есть штука. Ну, видишь, она светится в темноте. А нету? А, вот есть. Ничего у меня нет, я просто как дурак тут фигней занимаюсь. Я про то, что у тебя будет. Угу. И чё ты встал? Я смотрю, тут меню создания есть. О, это вода, нет? Просто туман такой светленький. А меню создания на С? Нет, он присаживается. Я нажал А, и там создание предметов есть. Заплечный мешок. Чё такое заплечный? Здесь находятся все найденные схемы. А, нам еще и камни потом надо найти. Как круто. Задание 1. Ну, ладно. Бежим.
какая-то пелена. Пелена? Пелена это по-наш. Чё там? О, блин, а вот этот туман это пелена, оказывается. Под покровом пелены. Сейчас драка будет. Может, надо тебе выдать какое-нибудь оружие? У тебя много его? Подожди. Слушай, тут мы под покровом пелены, и у нас время заканчивается. Я бросил. Или не бросил? Блин. Я не бросил. Делит, удалить, переместить действие, передать. Кому Беликор отправить? Я тебе что-то отправил. Нажмите так, чтобы захватить цель. Давай, ты одного, я другого. Я ничего не понял, кого другого? У нас вот противники. Да. Ну погнали. Ну как-то быстро это было. Ну. А здесь если на этом стать. А вот это что за меня? Зараза, так и знал. Хотел ее ткнуть. Ну нападают они так бойко, я бы сказал, прям. Да? Все, мы выбрались. Оу, я могу все ломать. Ну да. О. За это дерево дают. Ну что, пошли дальше тогда. Разблокируем. Ну да, идем. Ой, барашек. И какой-то глаз. Спасибо. А, это восстановление, ну, в смысле. Угу. Ой, а там то ли лагерь, то ли еще кто-то. Слушай, а давай попытаем барашку тихонечко. Кого? Тихонечко. Тут барашек ходит. Большой такой, нежный барашек. Все, я барашек мой, да? Обыскать. О, звериный мех. Нормально. Я вот не знаю, там внизу разбойник. А сейчас потом дойдем. О, у меня барашки убежали. Вон еще один, да? Помоги найти, такой, ну как тебе сказать, убежали. Хороший был бараш. Собрать. Блин. Пурпурные ягоды. Ну, я вместо того, чтобы собрать, случайно их срезал. Ладно, а это, грибочки пособирать, не? Мухоморчики. Грозный початок. Мухоморы что-то дают. Вот камни, которые нужно. Каменная кирка. Там он какой-то негодяй есть. О, еще и кость какая-то. Палочка. Ну да, ну да. Там вот неприятель какой-то есть. Что делаешь, рассказывай. О, волчара бегает. О, написано, съешь ягоды. Красный гриб, пурпурные ягоды, да? Ну что, идем дальше? Мы уже почти пришли, 100 метров до точки сброса. О, а тут какая-то жесть, что за жесть? Это же этот... яйца пауков. То есть тут еще и пауки шастают? А, это даже это грибы. И тут начинает работать это под покровом пелены. Да-да-да, ну синий вот такой туманчик, это пелена.
Видимо, она захватывает этот мир, а мы должны спасти. Хоть заяц, смотри. Заяц? А чё так резко темно стало? Да. Ты выключил свет? Нет, я к зайцу подошел. Ты его убил? Нет, он лежал. Сырое постное мясо, тут написано. Обычное пищевое отравление. Ну, видимо, приготовить надо. Ну, это имеется. А, потемнело, наверное, этот закат, все дела. Угу. Так, есть строительный молоток. Давай создам. Ну, мы, короче, лутаем. Ну, могу тебе сказать, что здесь, конечно, посложнее. Берёг. Это же что-то в стиле Вальхейма, да, я так понял? Ну... Ближе к нему. Дерево можешь порубить, у тебя топор. О, смотри, какой зайка торчит. Пошли к этому. Догони, 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 догони! Обыскать зайца. Слушай, а заяц прикольный, он когда подыхает, он светиться начинает. Тебе только он и поэтому понравился. Ну, ой, а чё это за светлячки какие-то прям в меня бьют? Может, это магия? Угу, убитого зайца. Так, ладно, я что-то налутал уже, дофига всё, пойдём смотреть. Достигнутое расположение. Блин, а... Так, это я вижу. Строительный молоток. Бинт можно сделать. Все, пускай бежит. Не хочу пока его трогать. А, вот каменная кирка создать. Ты там что-то создаешь? Ну мы идем, идем. Да. Надо же знать, что от нас хотят. Ну типа мы здесь... А, типа ты не здесь? Или что? Все, вот я здесь. Все, претендуем на место для своей базы. Задание. Открыть. Претендуй на место для своей базы. Бла-бла-бла. Альта. Создание предметов. Алтарь пламени. Создать. В смысле, это ты создал? Да. А нахрена я его туда создал? Ну и следующую базу будем. Вот, смотри, там какой-то товарищ ходит. Я хочу с ним поговорить. Я не понял, кто у нас главный за связи с общественностью? Так я тебя зову. Я ж не вздыхаю. Вот я хочу с ним поговорить. Вы кто-нибудь слышал, что он сказал? Слушай, ты главный посредник, ты подойди, поговори. Давай, не смотри, я к тебе его веду. А с пламенем поговорить кто будет? Связь с общественностью. Нифига он жесткий, смотри какой, а. После него осталась кучка. Споры пелены и рваная ткань. Ну такое. Пойдем с пламенем разговаривать, чем мы как пошли, эти? Пошли, да. Все люди как люди, а мы он лампа светлячка наверстка. Ну, с пламенем даже не можем поговорить. Все. Я подошел, говорю, да? В убежище сидит. Вообще-то стоит. Ты не один, есть и другие выжившие, которые дремлют в соседних. Тайник древних. Найди их, чтобы они могли помочь тебе в твоем путешествии. Иди осторожно, один из них манит к себе неподалеку, совсем рядом. Спелена Ом. Русский язык просто, вот, ну вы поняли. Претендовать на русский язык мы не претендуем. Улучшить алтарь. Область строительства. Братан, тут сейчас еще автоматизация строительства алтаря будет. Так, это подождите. Расширьте свой строительный ассортимент. Усилить пламя. Уровень пламени, не понял. Уровень алтаря 1. Ядро пелены.
Так, а у меня ж оно есть вроде. Или у меня что-то другое пелены. О, погасите пламя, чтобы удалить свой алтарь. Короче, тут тема... Нафига ты это сделал? Ладно, инвентарь. А что я могу? Строительный молоток могу, да, наверное, какой-нибудь сделать. Из камня. Веревки, бинты. Каменный топор. Ну, такое. Каменная кирка, очаг, факел. Ну, вот эта тема очага, факела, это уже какой-то... Пошел этот... Let's starve together. О, броня. Ого, как резко, да, светло становится здесь. У тебя, если что, микрофон не работает. Я не знаю, что ты опять с ним сделал. Как не работает? А я тебе тут рассказываю анекдоты. У тебя кнопка включения-выключения, ты ее постоянно забываешь нажать или что? В чем проблема? Ну, видимо, да. Ну, у тебя есть кнопка, ты ей пользуешься? Есть, есть, есть. Да ладно. Я прошу, у меня есть кнопка, я ей не пользуюсь. А-а-а. Тут смотри, в чем прикол. Тут говорят, поговорить с пламенем, и либо ты его улучшаешь, и я так, видишь, найди спящего выжившего. Вот. Либо ты его нужно улучшить, либо подтушить. Я... Зачем? Просто можно оставить. Я тоже думаю, что, наверное, можно. Зачем ты это делаешь? Это не так делается. Там специальная кнопка по расширению пламени, твою мать, а ты взял его вокруг обвел. Так я домик строю. Да какой домик? Подойди, Е, нажми, и все поймешь. Вот что ты вот опять вот лезешь поперед бабки у пекла, а? Лучше алтарь. Ну. Опыт строительства. 40 на 40. Вот видишь? А будет 80 на 80. Так вот у нас, видишь, зона, вот строительство, вот зона. Она вот эту зону увеличит. А дом-то нам строить. Там вот смысл в том, что есть куча всего, нужно насобирать, и потом можно нажать кнопку расширить. Нужны ингредиенты. У меня, допустим, ничего нету. Допустим, улучшить алтарь. У меня нету ядра пелены. У меня есть какая-то фигня другая с пеленой, кстати. А что у меня было? У меня есть споры пелены. Нестабильный источник энергии. Возможно, мы можем... Короче, я тут не понял, ладно. Номер 5. Красный гриб. Плюс 1 интеллект. Пурпурные ягоды. О, здоровье. Сырое постное мясо. С пищевым отравлением. Так, а как готовить тогда? Где тут создать костер? Претендуй на место. Страница 1-2. Поговори с пламенем, чтобы узнать, как здесь это... Да ну нет, ну, поиск... Ну, тут планер есть. Планер можно планировать. Отдых. Ну, нам говорят 500 метров беги. Мы бежим или... Пошли найдем спящего выжившего, пошли. Не, слушай, ну это жесть просто. Я в плане... Не, графика красивая, все забавно, но... Оптимизация настолько на уровне фола, что... Я прям чувствую, как оно тормозит. То есть самая лучшая видеокарта не может тащить эту игру. Это просто... Да, еще момент. 400 ватт это только за ГПУ. Ой, камушек. Камушки надо собирать. Оу! Что там? О, волчара, волчара, волчара. Я бегу.
Нифига быстренько волчару. Две... Ну, я там. Две косточки. Кстати, а если мы вдвоем нажмем на обыскать? Че будет? Надо. Дюпнется? Не знаю. Мне вот эта идея не нравится. Ну, ладно бы всем одинаково давала. Оно не дает. О! О! Здесь ты не сможешь действовать без крюка. Вместо этого ищи путь через пелена. You shall not pass. Похоже на тот. Ой. Какая-то этот, избушка. На курях? Да просто. Или капитана. День шестой. А, типа того, что крюк ты еще пока сделать не можешь, а? То есть до Лары Крофт тебе далеко. Не, я просто... О, открытая местность. 94 FPS, 380 ватт. Обалдеть. 99% загрузка ГПУ. То есть ГПУ догружена полностью. Найди, говорит, выжившего. Здесь, мне кажется, тоже нужен крюк. Судя по поблескиванию. Нам надо вниз идти. Ну уж больно хочется посмотреть. Ты все сломал. Целебное зелье нашел, деревянную стрелу нашел и бинт нашел. В общем. Так, ну я так понимаю, Ямакаси здесь не катит, да? Падает туда, что-то тоже как-то не улыбает. И ну понизу, знаешь, понизу, что, идем понизу? Или ты решил? Ну, мне кажется, не, ну можно... О! Да ладно. Я в текстуру... Да, в текстуру нафиг. А чё за фигня? Я хотел прыгнуть на колесо из колеса наверх. Я тоже. Ой, я запрыгнул. А у меня дурачок упал. Ух ты, я запрыгнул. В этом-то и весь смысл был. Всего 10. Вот видишь, он опять то же самое сделал. Его просто отбивает, и он улетает в сторону. Надо встать сначала на сундук. Ой, то есть бешеная собака. Или это волк. Ну не может быть волк, потому что она в ошейнике. Ой, я второй уровень получил. Ой, меня ранило. Ай, я почти смог. Встаешь на сундук? Да и без сундука там можно. Главное, без шифта. Я просто дальше не понял. Ладно, типа сундук. Вот я. О, да, я тоже запрыгнул. Ура. Ой, там со стрелами, кстати. Кто со стрелами? Стрелы у меня есть. О! Это что такое? Это какой-то вот был бабух со стрелами. Оживи меня, пожалуйста. Ой. Осторожно, он там. Он обходит, давай. Ты успеешь, я в тебе верю. О, спасибо. Поднял. Ой, нет, он мне попал. Ты далеко убежал? Да. Ой. Блин, у меня дурак этот устал, не может запрыгнуть. Я вот, кстати, ей предлагает возродиться, и не знаю, у меня будет весь инвентарь. У меня потому что дерева много. Слушай, ну к такому я что-то не был готов. А ну хорошо. Ну что, мне возрождаться, нет? Подожди, бегу. Он смог. Не беги. Этот.
Так, крадись, чё? крадись. По С. Тихонечко. Мечусь. Ну вот у меня и вопрос, и чё мы можем... Ого. Он заряжает. И чё мы можем с таким уровнем ему противостоять? Ты опять стоп! Я знаю. А ты запарил? Да я сам не ожидал. Подожди, он стоит на этой. Прям. Все, ушел. Я не знаю. Он как тебя прям автонаводкой бьет. Просто у меня тоже у самого это ХП маловато. Вон он хиливается. Ты это, эту ягоду покушай возьми. А, понятно, что он там третьего уровня такой ходит весь. Мощный парень. Короче, нам туда не надо. И мы за это поплатились, да? Ну, похоже, да, тут там с крюком, там все дела. Ну, он что-то прям, да. Кстати, я вот увидел, что вот по этой фигне можно карабкаться. То, что мы тут фигней занимались, можно было не заниматься. Как не заниматься? Если есть возможность заниматься, надо заниматься. Фигней, да, как же не позаниматься. Так, а ты где там бегаешь? Вижу. Ты там кого-то найти хочешь? Тут вон валяется кролик. Я не знаю, откуда они берутся. Уже сразу валяющиеся? Да. Ну это да. Ты синеньких, главное, этих пособирай. Так и делаю. И поешь их, пожалуйста. У меня полное здоровье. То есть я тут бегаю с неполным здоровьем. Его поднял несколько раз, а он, значит, с полным здоровьем бегает. Ух, какой ты молодец. Ладно, пойдем снизу спускаться, вот там вот. Мне кажется, это следующей серии должно быть. Думаешь, уже пора закругляться? Ну, мы основали тут отличный город. В смысле... Алтарь поставили, и все. Дали основали. Минус заяц. Ну, а как костер поставить? Умеем? Не умеем. Уровень третий. Когда получим? Непонятно. Я только второй получил. Ты уж третий хочешь. Ну, потому что тут мужик был третьего уровня. Вот надо... О, тут спать можно, прикинь. Короче... Ну, я подозреваю, что можно, да. Хорома нашел. Хорома нашел. Так что... Демо-версию на сегодня... Подожди, а что значит оставшееся время? 7.27. Это 7 часов 27 минут можно поиграть в эту игру? Да, и все? На стартовом локации было написано, что удалится 22 числа. Может быть, у нас здесь какое-то у нас заклятие? Не, 7.26, смотри. А, ну может быть, это в одну минут. Версию можно. 8 минут. Поэтому, слушай, я тогда предлагаю, раз у нас всего 8 часов есть, 8 минут. Так это 8 часов игровых. Игровых, да. Поэтому давай не затягивать, если у нас всего 8 часов. Надо же как-то еще понять, о чем игра. Но, честно скажу, я не буду, ну, как бы, я хороший отзыв о ней не напишу. Из-за... Вот у меня почти 40-90 ее не тащат. А что будет человек с какой-нибудь 16-60 делать? Или, не дай бог, GTX какой-нибудь 960? У меня все хорошо. Не, ну как у тебя все хорошо, если у меня на 40-90 как-то вот, ну вот, хотелось бы побольше. Ну, у меня все хорошо. В этом месте я... Не, понятно, что оно работает, а работает, но, блин, 112 FPS и на 100% загрузка... ПК это с FSR-ом даже включенным, без него еще хуже, вообще еле-еле 60 кадров. Тут услышал недавно, Nvidia объявила, что она поощряет разработчиков, которые не оптимизируют игры, потому что Nvidia вот это их не... Продает маркетинг, начинает продавать технологии. О, слушай, тут этот дизайн можно, ландшафтный твой любимый. Опять что ли?
Да, в землю можно копать. Не-не, ну сколько можно? Ну что ж. Угу. Зарылся. Я пытаюсь камень оторвать. А вдруг он там уходит на километр вниз? Я сейчас подожди, посмотрю, он в хорошей физике или нет. Устает быстро. Ну да, действительно, как Valheim. Только там график попроще будет. Да, и оптимизация, я думаю, там побольше будет. Там нет оптимизации. Запущу, могу проверить. Она у нас куплена. И вот две ну, минуты. Так неинтересно. Слушай, ну подожди, ну вот. Камень, получается, в воздухе просто висит. Так неинтересно, да. Мы же специальный эксперимент делали. Просто как это какашка в воздухе зависла. Да. Да. Даже в алхимии она падает, все. Уходим в алхимию, давай. Да, всем вот так пока. Вот. Вот так вот прям жестко, резко. Вот смотри, грибочек в космосе висит в воздухе. Ну, не умеют ребята в 3D. Да не, мне нравится. Графика, кстати, нормальная. Не, графика симпатичная, но, блин, ну, ой, вы меня знаете. Простите, я не согласен. Что вот на... Ну, давайте так вот судить. Посредственный проект. Почему посредственный? Мы даже не знаем, какая тут история была. Может, здесь офигенская история. Нет, я к тому, что... Ну, не должно быть так мало FPS на самой дорогой карте. Не должно. Они при этом технологии продукт. NVIDIA нет. Есть только AMD FSR 2, который чуть-чуть улучшает. Ну, да мне просто жалко электричество, которое потрачено на эту игру. Вот просто вот настолько. Чтоб ты понимал. Не, я к тому, что... Нормально вспомню, Void Train, красиво-красиво, далеко-далеко, глубоко, там 3D, все дела, класс-класс. На 4090 там 600-800, не знаю, FPS. Я вертикальную синхронизацию включал для того, чтобы, ну просто зачем мне, ну вот, вот 420-430 ватт и видеокарта потребляет, ну, напрягает блок питания, сама греется, вот это вот все к чему, если ты включаешь вертикальную синхронизацию, у тебя там 150, там 180 ватт, вот, и там твои 165 кадров. Ну, классно же. Ну, там не было столько растительности. Интересно, они на Unreal Engine делали или... Ну, вообще, да, эти все материалы, они, конечно, все подкушивают. Ну, не знаю, не знаю. Просто, понимаешь, вот это вот обратная сторона маркетинга. Когда 2080 покупаешь, она тащит все, и ты видишь, что в видяхе много. Когда 3080 вышло, тоже берешь игры, тоже чувствуется, что ну все, тащит. А во времена 40-й серии, что не купи, все не тащит. Даже 4090 не тащит. Потому что вот кривые руки разработчика, ноль оптимизации. Ну, значит, 590 ждем. Ти. Не верю. Это. Мне кажется, это тренд, который, к сожалению, уже все. То есть. Ну, значит, надо жить в новом тренде. Поэтому мне интересно, а что у тебя на 380, как дела? Хорошо, мне все нравится. Меня не тормозит. Угу. Все. Что же GeForce Experience не открывается? Ну да. Ну, да. Он у меня во всех играх не открывается. Не знаю, у меня во всех открывается, я вообще не понимаю, о чем-то. Ну, вот так вот, не знаю. Может, где-то запрещен оверлей любой. Прям, я не знаю, каким образом. Ну да ладно, это уже лирика. Ну, в общем, игрушка требует гораздо большего времени для изучения. Вот, мы в самом-самом начале, тут совсем чуть-чуть вот прошли и все. Что, подвинуться, что ли, чтобы ты тоже попытался на камень? Да нет, я просто смотрю вот эту физику коллизий.
Вы уж поняли, да? Он говорит, что смотрю физику коллизии, а сам уже 15 минут пытается на этот камень запрыгнуть. Да я могу запрыгнуть на этот камень. Давай! Show me what you got. Ну как? Блин. Ой. Ой. Ну конечно, давай. Запрыгнуть не могу, сломаю. Да, да. Слушай, какой-то детский подход с психотравмой. Какой-то очень глубокой. Что происходит? Сейчас тебя... Чисто детская позиция, вот просто. И ты себя после этого психологом называешь, да? Обученным. Я не психолог. Ну да, ну да. Угу. Ну вот это просто, это настолько... А, я даже знаю из гештальта, что это. Знаешь, что это за случай? Это когда сыночек построил... из песочка красивые там замки, а мама не оценила. Вот она, травмочка. Классика гештальта. Прям. Я не понял, ты куда там? Ты пошел просто... Ого. Если есть возможность долбить стену, я долблю стену. Так что давай. Если возможность это... запрыгнуть на камень, ты не запрыгиваешь, ты его ломаешь, да? Как мне интересно просто, насколько глубоко идет кроличья нора. А ты красную таблетку пил или синюю? Я не пил, я китайский дед, не пил таблетки. Смотри, ты просто на носочке стоишь. О, смотри, как быстро движется, да? Тень. Солнце. Не, прикольно, прикольно, красивенько. Но мне просто очень-очень жалко, что вот оптимизацию не завезли. Все очень ладно, красиво, мы будем, все будем ждать. Я буду ждать выхода этой игры. Мне понравилось. Может быть, там и сторителлинг завезут какой-нибудь. Это. Да, но ты ж видишь, что вот. Давай так вот, все, что мы с тобой видели в раннем доступе, оно все имеет одинаковые вот. Ну, не знаю, как это. Алгоритм. Выпустить, лишь бы выпустить. Продать, лишь бы продать, а дальше плевать. Ну вот серьезно, вот абсолютно все игры. Смотрю, как птички летают, вообще офигенски. Да удивительно, что тут даже птички летают. Я правда ни одной не вижу. Вот наверху меня над головой прям посмотри. Ух, нифига себе! Это. Подожди, они что-то рисуют. Они рисуют треугольник. Причем такие острые углы. Треугольник? Ну, треугольник до этого был, да. Слушай, ну это самое. У меня там сердечко какое-то было нарисовано, может это. Типа полюби меня, что ты это самое наговариваешь, что, да? Я хорошая игра. Может быть, может быть. Ну все. Да, в общем. О, резкая Ой. Ночь. Вот это надо поработать. Ладно. В общем, ребятушки, вот такая вот игра. Не, а вы обязательно пишите, вот вы что думаете. Я вот свое мнение чуть-чуть высказал, Беликор свое мнение высказал. Вот. Как вы считаете, стоит она того или не стоит? Кстати, мы еще не знаем, как сохраниться в этой игре. Ваша кнопки сохранить нету. Может, вот здесь можно переспать. Не допереспать? Ты что думаешь? Вот я спать. И я и, спит. Ага. Тоже иди ложись спать. Спать. Интересно, в этом случае ему не тепло, но комфорт уровень 3. Понял? Комфорт уровень 3. В убежище. А у меня комфорт уровень 2. Вот, видишь, как оно бывает. Ты хочешь меня с места, что ли, убрать? Ну ты же там определил, поставил диагноз. Тепла нет. Сохранение, ну, костер нам построить. К игре настроить. Схема. Ну, в общем, да, мы еще не... Каждые 5 минут вроде у тебя настроено, нет? Это не здесь. Это было в той игре. Офигеть. Ну, если начнем сначала, быстро пройдем. Дожились. Уменьшая графику на 40-90.
Да. Ну, да, как бы то ни было, сейчас разберемся. Все, ребятушки, до новых встреч. Всем пока-пока. Пока.